изучении китайского языка Елабужского института КФУ прошли первые уроки цикла занятий для школьников. Обучать китайскому будет носитель языка, доцент Хуняньского университета Ли Чжэньвэнь. Я люблю Елабужский университет и все преподаватели, и все студенты. В скором времени география открытых уроков расширится. Школьники многих городов Татарстана получат возможность посетить подобные занятия. Очень интересное занятие, очень много нового узнала. И действительно, раньше думали, что китайский язык очень сложный, но учитель очень доступно, понятно, очень интересно объясняет. Как окно в мир Китая, Центр изучения китайского языка Елабужского института КФУ должен помочь студентам и школьникам разных национальностей узнать больше о культуре и истории Китая. Важно отметить то, что со следующего года Елабужский институт начинает набор на новый профиль подготовки перевод и переводоведения направления лингвистика, где студенты помимо английского языка будут изучать и китайский как второй иностранный. Наша цель снять у детей некий страх перед китайским языком, показать, что изучение китайского языка это возможно, это интересно. Анна Глазунова, Динара Магомедова, Денис Сипайлов, Универньюз.